Всем привет, я начинаю новый влог. Влог у меня сегодня начинается с цветов. Я тут немножко убралась и хочу показать, как я делаю вот эти вот цветы. Наверное, я сделаю вот это с волной, может быть, не знаю, посмотрим, может, обычные. У меня нет специального прибора, забыла, как он называется, пистолета, который сушит, который можно формировать. Поэтому я делаю это все утюгом. Я вам сейчас быстренько покажу, как я их делаю без утюга. И основание у меня шар из фольги. Сначала я вырезаю. Сейчас поставлю вас подальше. Я тут вырезала разные формы лепестков. У меня осталось дорезать две. И еще листочки нужно вырезать. Здесь у меня два листика. Померана по... Так, по сколько здесь? 50 на 70 они у меня идут. Сюда подходят. Побольше и поменьше. Форма. Наверное, у меня здесь из этого один получится, потому что я половину рулона истратила в другое дело. Поэтому один получится. И еще у меня есть вот зелененький, я из него вырезаю чашелистики. Чтобы сзади ты делать их. Вот таким образом. Девочки, дальше все просто. Я беру утюг, нагреваю его и начинаю формировать лепестки. Вот таким вот образом. Еще нужно где-то примерно... Так, сейчас. И вот так вот его вытягиваю. Либо я нагреваю серединку на шарик, но шарик у меня сейчас нету, все материалы закончились, поэтому будем делать вот так вот, на фольгу. Так, и два я оставлю для серединки, чтобы закрыть, даже три. И формирую вот так все лепесточки.
Теперь, пока клей разогревается, я буду формировать шарик. У меня фольга обычная. Покупала ее в каком-то Пятерочке, по-моему. Еще нужно будет основание. Это для того, чтобы их крепить. Сейчас покажу. Вот. Чтобы их можно было закрепить на стену, нужно будет вот такие вот основания. И шарик делаем. Нужно, чем больше шар будет, тем больше цветов у вас будет. Но у меня, похоже, маленький будет. У меня мало фольги. Это пригодится для следующего. И делаем круг. Можно овал, можно круг. У меня будет, похоже, небольшой цветок, потому что у меня небольшой шарик. Теперь убираю лишнее. Прорезаю вот так вот ножницами. Она легко ломается. И креплю прям в фольгу. Вот таким образом, но не сильно близко, чтобы у вас было расстояние... О, господи, гирлянда упала. Просунуть туда лепесточки и просунуть хомут. Вот так они выглядят. И просовываем, и крепим им, естественно. Так что прям близко не приклеивайте, потому что будет неудобно крепить. Сейчас я подожду, пока клей нагреется, и будем формировать уже с вами. Первую я всегда вот так приклеиваю, а на нее уже приклею остальные. Мне нужен круг, чтобы серединки не было видно. Вот так приклеиваю. Может, у меня еще есть фольга? Получился бы побольше кусочек. Ой, значит, тут есть, смотрите. У меня зеленого пальца сколько? Обалдеть. Нет, больше у меня нет. Окно закрою, пока разогревается. Видно, надеюсь, фокус верненько, а то камера скачет. А это я тоже, по-моему, на видео вам показывала, как делать гортензию. Если таких много сделать, очень красиво будет. Тоже оставлю ее для красоты. Наверное, можно уже приклеивать. Приклеиваем, заливаем клеем основание, насколько возможно, чтобы клей вылезал. И приклеиваем наше основание. Вот так вот примерно сделаем. И фольгу немножко зажимаем к основанию, потому что может выпасть потом. Все, теперь будем формировать наш цветочек. Я думала, у меня шарик больше будет, поэтому мне придется вот тут вот немножко сузить. Если у вас шар будет больше, лепестки вам подойдут такие. Я не показала, как нарезаю. Если кому-то интересно, напишите в комментариях. Я буду следующий цветок такой делать. И напишу в комментариях, ой, покажу вам, как я нарезаю, каких размеров. Так как это просто влог, я решила с вами поделиться. Смотрите, я закрыла серединку,
И теперь буду формировать. Так, главное, чтобы цветок получился ровно. Теперь приклеиваем наши лепесточки. Все как с гофрированной бумагой, в принципе. Только следите, чтобы у вас был один уровень. Если делать, многие розочки делают без... Сейчас поближе вас поставлю. Некоторые, многие делают розочки без... Сейчас, секунду. Без вот этого вот крепления. Шарика. Без шарика делают. Мне шарикам больше нравится, потому что они, получаются выгоднее. Тратится меньше фоамирана. Но в то же время цветок получается очень объемным. Так, надо на одном уровне. Девочки, некоторые я подрезала лепесточки, потому что они достаточно такие большие получились. Так как у меня шар, опять же, маленький, у меня они слишком большие получаются для этого шара, поэтому основание мне пришлось подрезать. Так что лучше, я думала, у меня целая будет фолька, целый рулон, а оказалось, что нет. У меня чуть-чуть было.
А это я нарезала на целый рулон. Пришлось подрезать. Тем более, чтобы они были на одном уровне. Клей я наношу до середины. У меня третий лепесточек тоже, чтобы был на одном уровне. Так, теперь, наверное, можно повыше. Да. Теперь можно побольше клеить. Клею прям под основание, чтобы фольгу закрыть. Если формировать на шарике, будет еще красивее форма смотреться. Серединку, если на шарике формировать. Я вам, наверное, показываю эконом-вариант. Приклеиваю я вот здесь немножко гармошкой, чтобы он раскрывался. Ой, вам видно, да, все. Так, продолжаем дальше. Берем самые большие лепестки. И в промежутке, где у нас тут такие зазорчики, нам надо сделать. Из того, что шарик, сейчас я покажу вам розочку, которая у нас была на большой шар, и вот это вот на маленький шарик, и разницу покажу. Но все равно красивые тоже цветочек получается. Так, поменьше сначала возьму лепестки. Клею только до серединки, опять же, чтобы вот тут вот они вот так вот распушились. Дальше нам вот этот у нас пройдет. Можно так до бесконечности клеить, только в серединку брать, допустим, толщину 0,1, а вот уже которые большие лепестки, чтобы они держали форму, потому что 0,1 уже не будет держать, 0,5, 0,1. Вот это у меня, по-моему, 0,1 толщина фоамирана. А вот кончики уже, лепестки большие, брать 0,2. Так будет идеально. Цветок будет держать форму.
Потому что если вы сделаете еще больше цветок, он у вас 3.01 форму, естественно, держать не будет. Сюда вот можем еще. Там я вот прям гармошкой клею. Где-то на сантиметров 10 у меня получился. И последний лепесток надо приметить, куда его. Так, чтобы хорошо смотрелся. Чтобы не было где-то больше, где-то меньше. Сюда, наверное. Все. Так, сейчас тут подклею. Подклеиваем, где не приклеилось. Вот что получилось. Смотрите. Такой достаточно большой. Сейчас я вам покажу, который у нас большой, на большой шар. По-моему, вот этот. Но здесь, по-моему, у Мирана поменьше. Ну, тут видно разницу. Вот, смотрите. Вот, видите, на большой шар, а это на маленький. Видно серединку того шара, что шар большой был. И то, наверное, кстати, не целый он был. Попробую потом на самый большой. Теперь давайте сделаем с вами... Так, секундочку. Теперь сделаем с вами вот здесь вот листики. А здесь они есть? О, здесь тоже надо. Отличненько. Сейчас мы все с вами прикрепим. Креплю я вот так прям туда подлезаю. Вот здесь, наверное, я много. Но все равно потом пролезу. Притык прям получилось, но все равно возможно пролезть. Хорошо. Так, клей закончился. А то будет только... Видите, он какой пышный по сравнению с этим. Вот им прям видно, они отличаются. И цвет, по-моему, отличается. Полностью я займусь мастер-классом, буду выпускать после Нового года, потому что сейчас нереально. Теперь я вас сейчас переставлю сюда и покажу, что получилось. Попрежнему бумагу пока уберем. Вот у меня стоял вот здесь. Мне нужно еще полностью заделать вот этот вот вид. Вот один цветочек у меня здесь уже есть. Вот так положим. А сюда еще гортензию положим. Все. Вот у меня одна часть уже заделана, там вот еще, наверное, два я бы сделала. И вот эту еще часть нужно тоже заделать. Их мне вообще надо очень много. Так очень красиво получается. Сейчас вам поближе покажу. Вот они разные, кстати. Вот эти вообще, по-моему, не на шар сделаны, а просто так. Вот эти тоже не на шарик.
Эти тоже пустые, не нашар. Смотрите, какой вот еще есть. Сейчас, секундочку. Здесь на шарик они. Я тоже, по-моему, видео про него снимала. У меня есть на канале. Вот. Гортензия. Просто если, допустим, делать фотозону и вот эти ножки оставлять у больших цветов. И большие цветы оставлять вот таким образом, то будет очень-очень некрасиво смотреться. Мне этот вид не нравится. Мне нравится, когда здесь много цветов. Когда человек фотографируется, внизу тоже. Не вот эти вот трубы, как бы они не были украшены, а вот именно вот эта вот красота была. Ну что, все. Я думаю, я сделаю отдельное видео, не буду влог дальше продолжать. Сделаю как мини-влог цветочный такой. Поэтому я с вами попрощаюсь, сегодня его смонтирую и выложу. Все, всем спасибо за просмотр. Если у вас есть идеи по поводу креплений других или основания другого, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, а когда я все это сделаю, я вам, конечно, все покажу уже в кафе, когда мы будем оформлять. Арка у меня вот такая сейчас. Тоже видео будет на канале, как я ее декорировала до Нового года, я выложу. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, хорошего всем настроения.